Покинув остров Тавой, Сандакан отправился в горы Непала, чтобы найти волшебный кинжал Нандака. Проплывая через Индию, Сандакан и его команда остановились в порту Калькутты. Коварство Хазры. Посмотри на этот чудесный вид. Ты действительно хочешь плыть в Непал? Мы должны плыть. Мы проделали слишком большой путь, чтобы вернуться. Как минимум, это даст нам возможность восстановить силы. Наш друг Бандар подарил нам корабль с командой. Так что расслабьтесь, оставьте проблемы на потом. Бандар щедро заплатил матросам, а вот в карты они играют плохо. Он заплатил им столько золота, чтобы поскорее избавиться от тебя. Что ж, во всяком случае, он обратил на меня внимание, а ты со своими короткими волосами похожа на мальчишку. Перестаньте спорить. Сейчас нам надо сосредоточиться на задании. Хорошо, я буду послушной девочкой. Ты послушной? Что-то не верится. А ты, лентяй, что думаешь по поводу высадки в порту? Да? Будь любезен, припрячь мой выигрыш. Хорошая идея. Ходить с мешком золота по такому городу, как Калькутта. Простите, но этот красный зяблик меня не интересует. Какое чудесное пение. Я готов заплатить вдвое больше, чем они попросят. Держись рядом, Ранди. И старайся не пугать никого. Взгляни на эту тигрицу. Гандо, какой великолепный зверь. И такая спокойная, как домашняя кошка. Она должна быть моей. Вам нужно сходить на восточный базар, Сахиб. Там продаются лошади, мулы и даже повозки. Калькутта – самый суматошный город из всех, что я видел. Так что я бы предпочел спокойствие Килтара. Позвольте, пропустите, дайте тигру пройти. Так-то лучше. Эй, что с тобой? Никогда тигров не видел? Это будет прекрасный экземпляр для моего цирка. Кажется, это хорошие лошади. Сильные, здоровые. Давайте поищем продавца. Вот я, Сахиб. Вижу, вас интересуют лошади. Позвольте вам показать мой лучший товар. Не пытайтесь продать мне этих кляч. Мне нужны те 4 мерина и 2 мула. У тебя наметанный взгляд, Сахиб. Я продам их вам за 10 золотых. Дай мне денег. Ну это же смешно. Они не стоят половины этой суммы. Я не собираюсь торговаться. Давай 10 монет. Вот твои деньги. Но мне также нужны седла, упряжки и еда на 4 дня. Через час все должно быть готово. У тебя все это будет, Сахиб. Но уже скоро стемнеет, а поездка по Бенгалии ночью опасна. Советую на ночь остаться в таверне. Ваши лошади будут готовы утром, и вы наедитесь и отоспитесь. Да, так мы и поступим. Мы отправимся завтра, отдохнувшие и подготовленные. Незнакомцы должно быть очень богаты, если так легко согласились заплатить. У них, наверное, монет 50, не меньше. Когда они прибудут в таверну, устроим теплый прием. Сегодня все пройдет как обычно. Скажи остальным, Хазра? Ну и умный же ты, мерзавец. Интересный план. О, не волнуйся. Я король негодяев и хорошо заплачу за твою помощь. Попытайтесь заснуть. Скоро мы покинем эту дыру. Я покараулю. Калькутта кажется ненадежней джунглей, полных змей. Да, этот город вонючая дыра. Так что я первым буду на вахте.
Что за странный запах из аллеи? Как будто что-то горит. Становится трудно дышать. Ты в порядке, Пако? Мы должны разбудить остальных. Сандакан, Сандакан, вставай, нужно уходить. Этот рык для публики, мой тигренок. Теперь у меня есть то, что я хотел. Вставай, ленивый голодранец. Я тебе плачу не за сон. Запрягайте повозку. Утром мы будем уже далеко отсюда. Голова раскалывается. Янос? Что случилось? Янос? Я дурак. Где золото? Где Камамури? Ранди? Хозяин таверны! Эй! Кто-нибудь! Я такой дурак! Я должен найти их! Змеи! Это все было подстроено, чтобы ограбить нас ночью! Все это чертов торговец! Ты лживый пес! Нет, пожалуйста, не убивайте! Возьмите все, но не бейте меня! Не держи меня за дурака! Кто твой напарник? Один из торговцев лошадьми? Говори! Но у меня нет напарника, я один. Посмотри, если не веришь. Если это обман, ты пожалеешь, что появился на свет. Поверь мне, умоляю, на рынке полно народу. Я не помню, кто здесь был вчера. Тот человек, которого ты ищешь, уже давно ушел. Прости меня, но этот мужчина похитил ребенка. И я не знаю, где найти его. Калькутта — настоящая черная дыра. Вот беда. Будет непросто, но если этот торговец продает лошадей, я бы поискал к югу отсюда. Отпейте все! А теперь новый фантастический аттракцион – «Дикая бенгальская тигрица». Это великое представление? Невероятно! Тигр здесь, в Бенгалии! И я дикий мальчик! Вытащите его из клетки! Тигр съест его! Убийцы! Спасите ребенка! Вытащите его оттуда! Этого потерянного и напуганного мальчика воспитала тигрица в диких джунглях! На что вы смотрите, а? Убирайтесь отсюда! Посмотрите на дикого мальчика! Жальтесь и пожертвуйте на его возвращение к людям! А теперь вызов для всех мужчин деревни! Кто померяется силой с громилой Кандо? А что мы получим за победу? Что вы получите? Как насчет нее? Грязные свиньи. Полюбуйтесь ее красотой. Свежий цветок пустыни готов быть сорванным. Попытайте же в этом удачу. Всего две монеты. Я принимаю вызов. Но за меня будет драться мой слуга.
Не возражаю. Гоните монеты и начинайте поединок. Кто еще попробует? Я. Ты вернулся? Убирайся отсюда, мальчишка. Ты ее никогда не вернешь. Она принадлежит мне. Мои монеты не хуже, чем другие. Ладно, если ты настаиваешь. Это было забавно. Есть еще желающие сразиться с Гандо? Должно быть, это то самое место. Давайте разделимся и поищем этого продавца лошадей. И не задерживайтесь. С каждой секундой Камамури могут увести еще дальше. Вместо того, чтобы глазеть на меня, лучше бы ты помог мне. Ты либо очень храбр, либо сошел с ума. Если ты попытаешься сразиться с Ганда, он тебя убьет. Я знаю, но больше нет способов освободить Ханжи. Ты о девушке? Да. Мы родились в одной деревне. Было время, когда я был уверен, что она станет моей невестой. Но нашу деревню разрушило цунами. Вода унесла дома вместе с семьей Ханжи. Она осталась одна. Я хотел жениться на ней, но ее дядя из Калькутты был против. Он считал, что я слишком беден, чтобы обеспечить ее жизнь. Так что я отправился в Калькутту, стал гнуть спину, стараясь разбогатеть и вернуть Ханжи. Но ее дядю интересовало только золото, и он продал ее в рабство Хазри. И пусть это будет бессмысленно, я буду бороться за нее день и ночь, пока жив. Но самоубийство не сделает тебя героем. Ты не победишь Ганда силой, ты должен победить его умом. Как это? Очень просто. Вначале освободи меня, Иранди. Ключи от клетки у Ганда. Прокрадись, как змея, и попробуй добыть их. Как только мы вернемся в город, я снова открою таверну и ощиплю еще одного наивного гуся. Не рано ли празднуешь победу? Прежде чем ощипать гуся, убедись, что это не орел. Вы пользуетесь кремниевыми ружьями? Я предпочитаю револьверы. Торговец, за ним. Ты его видишь, Пако? Маруган, ты видишь его? Нет, даже его тени. Проклятие! Он сбежал. Что же теперь делать? Бежим! Быстрее! Сюда! Сандакан! Сандакан! Маруган! Маруган! Осторожней! Со мной! В лагерь! На лошадей! Быстро!
делать? Я уверен, что видел эту жирную змею под овцой. Нет, пожалуйста, забирайте свое золото, я даже дам вам драгоценных камней. Меня интересует только одна вещь. Где мне искать мальчика и его тигрицу? Но я не знаю, клянусь. Они у торговца по имени Хазра. Хазра? Ты готов, Ранди? Скоро мы выберемся отсюда. Это было большой ошибкой, мальчик. Готовься встретиться с Творцом. Ви! Быстрее! 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 Тама! О, нет! Взять его! Ранди! Пойдем со мной! О, Тама! Тигрица? Она сбежала! За ней! Быстрее! Остановитесь! Даже если вы выстрелите, моя тигрица успеет расправиться с вами. Бросьте оружие. А сейчас мы уйдем, чтобы вы нам ничего не успели сделать. Я так не думаю, малявка. Я слишком через многое прошел. Возвращайтесь в клетку. Тигрица и ты, быстрее, пока я не перерезал ей глотку. Нет, Хазра. Этому пора положить конец. Стреляй! Стреляй сейчас же! Разбуди жителей деревни и скажи, что тигрица сбежала. Скажи им, что она людоедка. Скажи им, чтобы они убили ее. Пора покончить с этим раз и навсегда. Я трус. Я сбежал. И теперь Хазра убьет Ханжи. Это моя вина. Нет. Он жестокий человек. Но Ханжи приносил ему много денег. Он не убьет ее. Но мы ушли далеко от нее. Нам надо найти моих друзей. Они помогут тебе. Увидишь. Полегче. Мы скакали всю ночь напролет. Если лошади не отдохнут, они умрут на скаку. Ты прав. Но давай не задерживаться надолго. Цирк не мог далеко уехать. Мне кажется, Илли... Эй, почему вы так задержались? Посмотрите на него. Мы из кожи вон лезем, чтобы найти его, и получаем такую благодарность. Не ворчи, Янос. Я знаю, вы бы искали меня по всей Индии. По всей Индии вряд ли, но по всей Калькутте точно. Теперь мы должны найти ту крысу, которая похитила вас. Он заплатит за это. Вы забываете. У нас священная миссия по истреблению зла. Но все местные воры возомнят о себе не весь что, если не вмешаться. А у тебя с ними проблемы? Не время для препирательств. Лучше познакомьтесь с моим новым другом. План таков. Этот юноша освободил меня. А теперь мы поможем спасти его подругу. Вот он. Может, нападем? Нет. Если бы нас было больше, можно было бы попытаться. А так будет лучше схитрить. Мы поймаем Назру на его собственную удочку. Этот дикарь и его тигр могут добраться до главы города. А если этот идиот Тама покажется в обществе, ты должен покончить с ними, ясно? А теперь давайте уйдем отсюда. Здесь становится слишком опасно. Здравствуй, добрый человек. Я слышал, что здесь есть девушка, за которую можно сразиться с великаном. Я готов. Конкурс закрыт. Убирайся отсюда. Но я действительно хочу состязаться и готов заплатить. Я потрачу все это золото за попытку выиграть. Эй, я тоже хочу. И я. Плачу 3 динара. Пусть иностранец убирается. Согласен. Приведите девушку и готовьте арену. Представление начинается. Да начнется бой. Вы спросите его правила? Бой без них. Ха-ха-ха!
Нечестно! Вы замаскировались! Это не по правилам! Но вы же говорили, что правил нет. Значит, я победил. Остановись, незнакомец. Я сражусь с тобой за девушку. Нет, Тама. Он убьет тебя. Тихо. Я принимаю вызов. Наши пути расходятся, Тама. Прими этот дар, чтобы он помог вам прожить вместе. Твою жертву и доброту надо вознаградить. Вы все заплатите за это. Мы еще встретимся, и поверьте мне, тогда... Нет, Хазра, не переходи мне дорогу снова. Иначе это будет последний день в твоей жизни. Кажется, мы забыли о грядущей битве с демонами. Мы не должны отвлекаться на борьбу с людьми, подобными Хазре. Ты прав, Янос. Эта ошибка больше не повторится.